2 марта состоялась «Мама. Перезагрузка 4». Ох, это было грандиозно и круто! Во время вечеринки некогда было рассказывать на камеру, поэтому я расскажу вам все сейчас и покажу. Мы готовимся, мы раскладываем подарки, вы понимаете? Чтобы фоткаться с папкой надо. Иду. Саша очень любит фоткаться с папкой, а потом мне говорит: Катя, пришли мне лучше все текстом, потому что я везде на фотографиях с папкой. Хочу на фотографиях быть с мамками, а не с папкой. Ага, будь теперь с мамками. Я уже готова. Мама, перезагрузка 4. Трудно представить. 4. В этот раз нас собралось почти 250 мам. Абсолютно разные. И молодые, и уже мамы, давно ставшие бабушками, многодетные. Сколько у вас деток? И которые только планируют стать мамами. Даже были две прям сильно беременные девушки. Я хочу сказать, что веселились и плясали они не меньше, чем мамы, вырвавшиеся из декрета или трудовых будней. Очень много было тех, кто пришел впервые. И, конечно, много наших постоянных поклонниц. В этот вечер ко мне подошло несколько мам, которые обняли меня и сказали, что перезагрузка изменила их жизнь. Это было безумно приятно. Слышать и знать, что мои проекты необходимы многим мамам. Перезагрузка помогает вырваться из будней, расширить свой круг общения, завести новые знакомства, вдохновиться, решиться на новый проект и реально перезагрузиться. В этот раз у нас в гостях была популярная писательница Ирина Говоруха, ведущая «Снеданок за 1+1» Неля Шовкопляс, наша любимая звездный тренер Ксения Литвинова, модель и актриса Наталья Кара, блогеры и общественные деятели Алиса Чикорская, Карина Грек, Лора Филиппова, Юлия Черницкая, Елена Ведерникова, Елена Грицайби, мама, Лилия Бойко, тревел-мама Александра Матвеева. Очень было приятно, что к нам присоединилась и Марина Кинах, жена известного политика и популярной общественной деятельности. Самая лучшая тусовка, Саша, не обижайся, это женская. Мне повезло, я объездила более 100 стран. Благодаря работе своего мужа знаю королей, премьер-министров. Но это все такая ерунда по сравнению с тем, что мы мамы, мы бабушки и мы женщины. Вы прекрасны, Мариночка, я восхищаюсь. Казалось, что таких мам можно встретить только на суперзакрытых встречах в посольствах и королевских дворцах. И мы очень рады, что Марина Владимировна абсолютно без всяких комплексов и звездности танцевала вместе с нами, фотографировалась, общалась и дарила свой позитив. Звездным гостем в этот раз мы пригласили финалиста «Танцев со звездами» хореографа Сергея Костецкого, который с недавних пор позиционирует себя еще и как вокалист. Хочет тебя обнять, понимаешь? Сергей не только зажег наших мам своими песнями, но и отобрал несколько номинанток для вручения диплома «Мама огонь», «Мама жжет», «Мама супер бимба»,
и мама сильно беременна. Потом рассказывай, что ты непричетный. Короче, таки сьогодні виступаю перед мамами. Недавно, так, да, сьогодні. Недавно, да. Сьогодні було, так. Да. І всі щось так танцюють, а одна так... Вона. Називається номінація «Мама жжет». Мама жжет. Серьёз, я тебе просто розкрию одну таємницю. Ця мама, которая жжет, вона, я тобі скажу так, вона пропустила твою першу пісню. Я стояв там. Вона вже так заходила. Так, вона заходила і цю штуку діла мені. Кстати, в этот раз мы решили дать шанс каждой маме побыть звездой. И особо активных и ярких отмечали разными номинациями. Мама и фэшн-поч. Я думаю, что нужно тут... Мама суперкреатив, мама мега-дэнс, мама суперблогер и так далее. Весь вечер мы разыгрывали и вручали подарки от наших партнеров. От сети клиники Эстет-центр подарили 5 сертификатов по 1000 гривен на лазерную эпиляцию. От Бракард Украина 8 наборов лакшери косметики. От торговой марки Щедрый дар 7 мам получили сертификаты на годовой запас витаминизированного подсолнечного масла. А 3 мамы получили сертификаты на дентикюр от стоматологии Ноженко. Генеральным партнером «Мама Перезагрузка 4» стал всеми любимый ювелирный дом «Зарина». В преддверии 8 марта их подарки как нельзя кстати. Главным подарком нашей вечеринки было золотое колье в виде семейного дерева. Вау-вау-вау, скажете вы. Да, так и есть. И, кстати, ни одна участница не осталась без подарка. Потому что наш партнер и интернет-магазин инновационной корейской косметики «Ромасу» подарил каждой маме набор высококачественной классной косметики. В этот раз мы пили шампанское «Артинера». Наши партнеры привезли нам партию нового шампанского, которого еще даже в магазинах нет, мускатного. Очень нам понравилось. Вот, смотрите, это новый вид, которого еще нету даже в магазинах. Артинера Semi Sweet Muscat. Мы сегодня даем всем на пробу. Это супер эксклюзив, шановни. Пойду выпью. В конце вечера мы пели Happy Birthday, потому что проекту «Мама Перезагрузка» 1 год. А вкуснейшие муссовые пирожные от кондитерского дома «Ривьера» ярко и вкусно завершили вечер. Десерты были не просто потрясающе вкусные, а еще и брендированные. Это было очень трогательным и торжественным окончанием «Мама Перезагрузка 4». И уже на выходе многие мамы меня спрашивали, когда ждать следующую перезагрузку. Пока точно не скажу. Подписывайтесь на канал, на страницу «Мама Перезагрузка», заходите на сайт и следите за анонсами. А пока нас ждут новые выпуски «Спроси у мамы» и зреет еще один новый женский проект. Так что оставайтесь с нами. Пока-пока!